4 глава 2 книги Паралипоменон. «И сделал медный жертвенник, 20 локтей длина его, и 20 локтей ширина его, и 10 локтей вышина его. И сделал море литое от края его до края его 10 локтей, все круглое, вышиною в 5 локтей, и снурок в 30 локтей обнимал его кругом. И литые подобия валов стояли под ним кругом со всех сторон. На 10 локтей окружали море кругом 2 ряда валов, вылитых одним литьем с ним. Стояло оно на 12 валах. 3 глядели к северу, и 3 глядели к западу, и 3 глядели к югу, и 3 глядели к востоку. И море на них сверху, зады же их были обращены внутрь под него. Толщиною оно было в ладонь, и края его, сделанные как края чаши, походили на распустившуюся лилию. Оно вмещало до 3000 батов. И сделал 10 омывальниц, и поставил 5 по правую сторону и 5 по левую, чтобы омывать в них, приготовляемые ко всесожжению, омывали в них. Море же для священников, чтобы они омывались в нем. И сделал 10 золотых светильников, как им быть надлежало, и поставил в храме 5 по правую сторону и 5 по левую. И сделал 10 столов и поставил в храме 5 по правую сторону и 5 по левую, и сделал 100 золотых чаш. И сделал священнический двор и большой двор, и двери ко двору, и вереи их обложил медью. Море поставил на правой стороне к юго-востоку, и сделал Хирам тазы и лопатки и чаши, и кончил Хирам работу, которую производил для царя Соломона в доме Божьем: 2 столба и 2 опояски венцов наверху столбов, и 2 сетки для покрытия 2 опоясок венцов, которые на главе столбов, и 400 гранатовых яблок на 2 сетках, 2 ряда гранатовых яблок для каждой сетки для покрытия 2 опоясок венцов, которые на столбах. И подставки сделал он, и омывальницы сделал на подставках. 1 море и 12 валов под ним, и тазы, и лопатки, и вилки, и весь прибор их сделал Хирам Авии, царю Соломону, для дома Господня из полированной меди. В окрестности Иордана выливал их царь в глинистой земле между Сокхофом и Царедою. И сделал Соломон все вещи сии в великом множестве, так что не знали веса меди. Также Соломон сделал все вещи для дома Божия, и золотой жертвенник, и столы, на которых хлебы предложения, и светильники, и лампады их, чтобы возжигать их по уставу пред Давиром из чистого золота, и цветы, и лампады, и щипцы из золота, из самого чистого золота, и ножи, и крапильницы, и чаши, и лотки из золота самого чистого, и двери храма, двери его внутренние во святое святых, и двери храма во святилище из золота».